равняй! На продюсерский центр! Смирно! Для встречи слева! Хип-хоу! Товарищ диджакей Советского Союза! Попса московского гарнизона! Вознаменование великого музыкального праздника Дня Печати спета командующий хит-парадом Останкино генерал-поклонник хэви-метал-компактов. Здравствуйте, товарищи певцы! Ай-ю-я-о-о-е-ой! Поздравляю вас с праздником! Хо-хей-ла-ла-лы! Хит-парад! На одного айзеншписа дистанция! Понотно! С песней по жизни! Шагом! Марш! Да-да-па! Первым по традиции на Красную площадь вступает самый исполнительный продюсер, который раскрутил Крутого, растолкал Толкунову и раскатал Губина. Да не бойся, иди сюда! Сань здесь вот так. Все говорят... Он маленького роста. Давай. Молодец. Все говорят, одет он слишком просто. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Все говорят, что этот парень звездой не станет. Звездой не станет. А он раскрутится, точно раскрутится. Придумать имя, клип заснять и все окей. Я знаю точно, у нас все получится. Ну чё стоишь, иди пройдись среди людей. Ну-ну. Позови меня в ночи, придумай. Давай-давай-давай, засветишься, давай-давай-давай. Поздоровайся с людьми, ну что ты стал, ну? Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Рекомендую, кстати, рулевому, очень талантливый певец, очень-очень-очень. Ну не смущайся ты, Господи, смущается. Мы же в него столько денег вложим, что он перестанет смущаться, ну вы в курсе. Ну, достаточно, пойдем, а то нам еще в мире животных надо засветиться. Да. Александр Васильевич, большое спасибо. Ну, сочтемся. А на Красной площади человек-оркестр Республики Беларусь под управлением Михаила Спилберга. Я в команде КВНа, просто девушка одна, утверждаю, что, наверное, чем-то я одарена. Говорят, что будто голос, говорят, артистка я, но признаюсь откровенно, вам признаюсь, не тая, что не в этом роль моя. Я ношу инструменты, барабаны и плети, деревянные качели, расписные карусели. А когда все снимаю, 5 минут отдыхаю, и пока я отдыхаю, все опять надеваю. Подаю я надежды, реквизиты одежды. Я ношу все за пряник, да воздушный шарик. Так кому инструменты?
Красной площади знаменитый дуэт из Прибалтийского музыкального округа. Валдис Пейдж и Урмасов! Нас спасает мир это, нас спасает мир это, наш акцент, наш акцент. Ослепительна улыбка, белоснежная улыбка, Пепсодент, Пепсодент. Послушай, Валдис, а почему у тебя такое странное имя? Валдис. Это уменьшительно у вас, как ты моя. Вообще-то полностью меня зовут Кувалдис. Скажи-ка, Урма, да? Почему у тебя такое странное фамилия? От. Дело в том, когда я был маленьким, говорили, от пошел, от хороший мальчик, от молодец, иди отсюда. Так вот сюда как-то не прижилось. Листья желтые в Прибалтике кружатся. Без фанеры петь, то можно облажаться. Если долго петь, то можно надорваться. И мелодия к тому же угадаться. Послушай, Валдис, а почему ты в своей популярной передаче все время говоришь без акцента? А это я так над ними издеваюсь. А? А скажи-ка мне, Курба! Да! А почему тебя давненько не видно на экранах? Дело в том, что я так тоже над ними издеваюсь. От Урмас! Ну что, вдарим, как горячие парни?